Продолжаю снимать свой текстильную коллекцию. Вот такая дорожка. Размер у нее, не знаю, я не измеряла, но вот она так примерно выглядит на письменном столе. И вот моя удивительная ваза из Александрийского стекла. Она меняет цвет в зависимости от источника освещения. Вечером она синяя, а когда освещается, она сиреневая. Вот такая красавица. И салфетка тоже чудесная. Чисто белая салфетка, дорожка. Тоже изумительной красоты. Вот такая кайма у нее. Белоснежная, нарядная. И вот так она будет выглядеть, если будет стоять ваза с цветами. Замечательная. Маленькая белая салфеточка, осенняя, кленовые листья, техника Ришелье. Роскошная салфеточка, небольшая, вот такая. Замечательная строчка. Прорывы. Бесподобная салфетка. Следующая салфетка круглая. Вот такая прекрасная. Задумка в строчке. Мережка. Мережка. Вот это когда ниточки заполняют прорезь в ткани. Вот здесь тоже такая. Ну, это Ришелье тоже. И вот так она выглядит. Чудесная, круглая, большая салфетка. Следующая дорожка выполнена вот в таком стиле, вышивка крестиком. Это уже ручная работа, ручная вышивка. Каждый букет долго вышивался, и цвета подобраны очень красиво. Вот такая ваза с цветами по краям, зигзаги, тоже такая довольно милая, винтажная такая салфеточка, нарядная, летняя. Такая маленькая салфеточка была рядом с ней, тоже здесь уже поинтереснее рисунок. Смотрите, какие вазы, розы, незабудки, наверное, желтые цветы, календула, может быть. В общем, такая импровизированная вышивка. Салфетка маленькая, прямоугольная, ручная вышивка. Очень искусная. Вот изумительная по своей красоте скатерка, ручная работа. Посмотрите, какие здесь кружева, какая здесь вышивка. Просто прелесть. Тоже она была, видимо, любимой в семье, очень часто использовалась.
одна из самых красивых, которые у меня есть в технике — ручная вышивка. Вот так она выглядит. Вот такая неописуемая красота. Вот такая интересная. Я думаю, что это шторка. Посмотрите здесь, как вывязаны предметы. Лопатка, половник, какой-то нож. Или еще, может быть, лопатка. Это ножницы. А это открывашка, открыватель для бутылок, наверное, как штопор. И вот это здесь дырочки свидетельствуют о том, что это шторка на кухню. А вот здесь ёршик я вижу. Издалека это очень хорошо видно. Такая интересная, связанная, наверное, крючком. Тоже удивительная ручная работа и творчески оформленная. И вторая шторка. Здесь уже немножко другой сюжет, но похожий. Видите, какие здесь предметы кухонной утвари. Все хорошо видно, можно себе представить, что это такая чудесная шторка на кухню. Задергушки, как раньше называли их. И вот такая же, в такой же технике выполнена. Я не знаю, что это, салфетка или это тоже как... Скорее всего, это салфетка, потому что нет никаких отверстий для подвеса. Просто она в такой интересной форме. Может быть, ее можно по-разному положить. Ну, или, может быть, она на какую-то полочку предназначена была, или на маленький столик. Вот такая, похожа на мордочку медведя. Может быть, действительно это формочка медведя, потому что здесь как ушки, глазки, носик. Или это не медведь, а что-то похоже на волка. Я так думаю, или все-таки мишка, наверное, потому что ушки круглые. Вот так она выглядит. Тоже достаточно интересная, самобытная, своеобразная. Красивая. И вот такая бежевая салфетка, связанная спицами. Ее нужно, конечно, накрахмалить. Вот это, наверное, все-таки изнаночная сторона, а это лицевая. Вот так она выглядит. Поражаюсь, сколько это нужно труда, терпение, умение все это вывязывать. Я не вяжу, к сожалению, но обожаю такие вещи и с большим уважением отношусь ко всем вышивальщицам. Чудо чудесное. И последняя моя салфеточка на сегодня. Еще много всего, которая всем полюбилась. Я очень часто использую ее в своих видео. Таких салфеток у меня две. И они абсолютно чудесные. И вот это и есть плаунские кружева. Известные немецкие кружева, которые прославились на весь мир. Чем они отличаются? Тем, что вывязана каждая вот такая дорожка, видите, вручную. Вот такая красота. Красота. А это выстрочено. Чудесные находки.
Я просто в восторге от моего текстиля. На этом я прощаюсь с вами. На сегодня это все. Две части видео я сняла. Следующие мои текстильные покупочки, находочки будут в других сериях. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего доброго и спасибо, что вы были со мной, потратили время на просмотр моего видео. Пока!